Здравствуйте, я Пыхтин Сергей Владимирович. В данном видеорепортаже хочу рассказать о том, как открыть фирму в Чехии. Этот вопрос часто задают те, кто хотел бы приобрести жилую или коммерческую недвижимость в Чехии, инвестировать или жить в Чехии. В этом мне поможет профессиональный русскоязычный риэлтор, генеральный директор чешской инвестиционно-строительной и девелоперской фирмы Виктор Змеевский. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Многие из тех, кто хотел бы открыть свою фирму в Чехии, задают примерно один и тот же набор вопросов. Это вопросы следующие. Каков должен быть минимальный уставный капитал? Кто именно может открыть фирму в Чехии? Должен ли это быть именно россиянин, который будет обладать 100% владением этой фирмы? Или должна быть смешанное владение? Тогда в какой пропорции? Как, например, это имеет место в некоторых зарубежных странах? О том, в одном или в нескольких банках можно открыть фирму? Счета. Точнее, простите, счета. Какие формы существуют юридические открытия фирмы? О том, какова процедура по времени, сколько это стоит и вообще, насколько все это сложно. Разумеется, я хочу сразу предупредить, что в любой стране мира законодательство периодически меняется. Поэтому давать какие-то категоричные и однозначные ответы о том, как открыть фирму в Чехии, нельзя. Можно лишь придерживаться общих рекомендаций. И я сразу хочу отметить, что процедурой открытия фирмы в Чехии должен заниматься специалист. И в частности, Виктор Змеевский, он может помочь и оказать полный спектр услуг в этом вопросе. Тем не менее, давайте попытаемся разобраться в том, как открыть фирму в Чехии. Предваряя многочисленные вопросы наших зрителей о том, что открытие фирмы требует тех шагов, я бы хотел сказать, что многие, начиная какой-то бизнес в Чехии, идут по пути создания компании, открытия фирмы. Но можно и знать.